Ну что, спина? То место, где должна быть спина. В нижней картине. Тут совершенно вообще все. Да, вроде бы, еще говорю, вроде чтобы название, вес поднять. Да. А да, я тут для мышцы. Да. О, не торопись. Какая вообще, чего самый больше кайф? По молодости очень тяжело было говорить спину. Тяжело было? Тяжело и ноги. Вот так. Не быстрее, ни в коем случае быстрее. Ну я ж, А вообще как маленький. Какой есть шанс увидеть вас в кросс-стронге с Денисом на его тренировке? Если мы набираем 10 тысяч лайков, тогда чего-нибудь мы, да? Так, легенько. Что там, да? Ребрышком. Начинается. Так. Родные мои, всех приветствую! Вы снова у меня на канале Денис Вовк. Ребят, и сегодня будем мы снимать, где качка настоящим брутальным, мощным русским бодибилдером Александром Федоровым. Ребят, ну у меня завтра премия медиа-персона Санкт-Петербурга, и поэтому мы решили сегодня с ним качнуть спинку, чтобы рубашечка у меня получше сидела. Еще трицепса добавим, чтобы немножко выглядывало. Короче, сделаем все красиво, как всегда будет море познавательного контента, ну а также шутки-прибаутки, ну как всегда у меня на канале. Я посмотрел, сколько в среднем лайков собирает, да, наши видосы с ним, там примерно 4000, 4200, 4400. Надо? Поставим планочку, пятерочку. Если 5000 лайков сделаете, то он будет должен прийти ко мне на тренировку. И мы с ним подвигаемся. Силовой экстрим. Короче, проверим его, посмотрим. Все будет красиво, как вы любите. А может, там где-то легенькая зарубка будет намечаться. Я думаю, это будет прикольно, когда Александр Федоров придет в другую дисциплину. Ну, я не сомневаюсь, что у него получится, потому что там здоровье просто вагон и силы, такой запас. Погнали встречать Александра. Ну что, спина? То место, где должна быть спина. Так, что у нас сегодня по плану? Я люблю спину тренировать, я с живым весом больше. Вот поэтому уже там по обстановке посмотрим, потому что какие тренажеры будут новые. Мы просто, знаешь, такую проходочку сделаем. Сначала познакомимся с залом, как обычно дело, когда приезжаю в новый зал. Ну а там уже подкидаем. У нас сегодня будет с тобой спина и трицепс. Он тоже проще все это. В принципе, нам нужен один будет кроссовер, блочная система. Надо чуть-чуть, чтобы раздувало. У меня завтра этот. Каким-то образом я попал на медиа-персону Санкт-Петербурга. Сейчас надо просто заехать на шинку, взять хороший мой этот самый компрессор. Да-да-да. Ребятушки, чуть не забыл. Перед тем, как мы идем качаться, вспомнил одну историю. Вы мне задаете вопросы после поезда, после самолета. Про капу. Зачем я одеваю капу, для чего мне это и как? Рассказываю. И вот такая вот у меня история. Ребят, стирались безумно зубы, когда я делал какую-то нагрузку, там, либо приседы, тяги, ну, либо что-то тянешь, и прям стачивались. И у меня мой друг, безумный стоматолог, чемпион России по реставрации зубов, Рустамчик, занимается вот такими капами как раз для спорта. Рустам! И он, как никто, лучше расскажет, потому что это профи в своем деле, для чего они нужны. Никто не придает значения и нужности вообще капы на нижнюю челюсть. Мы впервые ее разработали. Зачем? Чтобы разгружать жевательную мускулатуру от нагрузки. Потому что большинство спортсменов берет большой груз. Я вот стал заниматься, Денис. И мы ему предложили попробовать капу. Вот сегодня ее посмотрели, он ее потихонечку все равно грызет. Распределяет нагрузку равномерно среди суставов, разгружает мышечную систему. Ну и самое главное, конечно же, это защита зубов от стираемости патологической, от трещин, от переломов, потому что бывают, нагрузки бывают очень большие берут. И когда уже на пике идет, то есть когда уже, если обратить внимание на разные видео, когда спортсмен уже все идет на износ, он начинает стискивать челюсти, а выворачивает челюсть, ему как будто не хватает точки опоры. Вот для точки опоры нужна новая высота, которая дает капа на нижнюю челюсть. Она прорезинена, то есть идет с монолитным каркасом посередине, что защищает зубы от там, сотрясения, от всего, и удобно то, что во рту она не выпадает. Поэтому рекомендую. Ну что, мы меняем место дислокации, идем в MyFitness, пойдем качаться. Вы заметили новый цвет у Великоросс маечки? Я после этого шоу с Зенитом не трогал.
спину вообще. Лена, нас немножко, смотри, мы не просто тянем. А я понял, там чуть-чуть, да, другая спина. Спину, да, ее. То есть факт то, что если мы сегодня делаем тягу с тобой на момент большого подъема, а я сегодня не хочу. То есть я сегодня не готов точно много поднимать, да? А мне и тебе, наверное, не факт. Да, мне факт. Это не нужно. Нужно вот именно... Вот становая тяга с акцентом, да, шарочайшую. Да, шарочайшую. Поэтому первое такое обманное движение, как бы просто одно дело, когда мы тянем, там это сила, там другая история. Mm-hmm. А мы сейчас попробуем так, то есть ты широчайшую сам напрягаешь. Вот тут изначально. Но только широчайшую не такой, а когда ты вот... Я так не умею. Вот так, да? Вот. И вот на этом положении, вот твой хват, mm-hmm. и ты вот стараешься вот так ее и поднимать. Только первый, когда вниз опустился, все еще просто хитрость такая маленькая, смотри, плечи же выстудились. И колено, да, тоже не так сгибать, как я, в ногах, да. Меньше ноги. Да. И потом первое движение такое, ты как бы оп, немножко ее подсократил чуть-чуть, спинку, и как бы вставил ее спину, да. В этот момент, ну не сильно, буквально. Чуть и вставил. Вот, да? Вот, да видишь, ты напрягаешь. Я вот первый раз в жизни делаю, напрягаю это. То есть это, да, потому что тебе, вот чтобы здесь, поднять, тебе здесь, нужно все аккумулировать. Да, здесь сделал, вот тут. И держи напряжение. Так, дальше какое действие у меня здесь? Нет? Просто плечи, просто плечи чуть-чуть назад. Вот так. Не вверх, а просто вот так. Во. Как бы подсократить. Вот так. Маленько-маленько. Вот тут, да? Да. Ага. И когда со стоек беру, я люблю вот на ноги, то есть чтобы расстояние скидывать, и потом со штангой не люблю ходить. Ага. То есть вот я хоп, взял, вытащил, все. И потом это и колени. Лайфхак, ребят, для вас. Фу! Фишки, ты вообще свои фишки. И, типа, у меня все вот... Вот это, знаешь, как вот я сравниваю это. Все, вот, есть там большой футбол, да, образно, есть мини-футбол. Вроде одна и та же игра, но она вообще разная, все разное. И вот тут, о чем я, да, учился, что я там информацию черпал там, с тем же там, с Мишей Коклянин, да, что надо там включить при становой тяге, чтобы там больше вес поднять. Тут совершенно вообще все, да, вроде бы, еще говорю, вроде чтобы название, вес поднять. Да, а да, я тут для мышц. Да. Ребят, и сейчас будет минута полезной информации. Я с некоторых пор, ну, наверное, для ребят, которые за мной пристально следят, это не секрет. Я показывал, как я оборудую потихонечку свой балкон в такой мини-тренажерный зал. Там для Артура, для жены. Ну, и сам бывает, когда надо чуть подпампиться, чуть-чуть для фоточки сделать, чтобы быстренько заскочить. Там у меня уже турничок, брусья там стоят, все красиво, гирьки. И я искал долго, как выйти в вопросе с гантелями. Чтобы они были функциональные, там, разбирались, собирались, ну и большой вес мне не нужен, то есть, чтобы зала там 1000 не тащить, чтобы это было удобно на балконе, скажем так, держать. И нашел я выход, хочу вам похвастаться, поделиться с вами, кому-то будет полезно. Вот такие вот гантельки наборные, которые с легкостью трансформируются в мини-штангу, но мини-штанга... Это больше подходит у меня для жены, она выполняет там какие-то движения с ними. Ну, а я уже с гантелями. Все вообще работает элементарно и просто. Получается, загружаете. Оп. Оп. Вот таким вот образом. Мощно фиксирует, нигде не болтается. Прям вообще максимально удобный. Взял. Ну что, погнал тренироваться. А захотел также, ты все с легкостью трансформировал уже, соответственно, в штангу. В общем, друзья, за такие деньги это просто находка. Штанга и гантели в одном. Всем рекомендую иметь дома для тренировок. Особенно, когда не хватает времени ходить в зал. Кому будет надо для себя или в подарок, оставлю в описании под видео ссылку, где покупал эти гантели. Переходи и качайся по-мощному. Вот, еще чуть-чуть плечики назад. Уметь бы еще лучше напрягаться. Вот, лучше. Выше выпрямляйся. Во. Ну, как-то так. Слушай, у вас
Ну что, по широчайшей прям било. Да, и чуть прям сильнее. Хорошо, ты, я... ты уже перешел на тягу, а нам да. надо вставать. Такое движение, потому что мы тянуть будем чуть позже. Туда, куда надо, в принципе, сейчас. Да, еще хотел бы, чтобы еще ниже. Чуть-чуть ниже, да? Чтобы еще вот сюда зашло. То есть у тебя, понимаешь, да, сильный... Чтобы низ... я как кобра был. Кобра, но тебе придаст еще силы еще больше. Фу! Фу! Недооцененное это упражнение в бодибилдинге. Мало кто его любит делать, но с точки зрения массы, толщины, оно, конечно, уникально. И плечки чуть назад, да? Еще назад. Во! Во, здорово! О! Выше вставай, выше вставай. Вставай выше. Зараз плечи широким, широким сделать. Не просто их назад, а широким еще взять. О! О! Прилетело? Прилетело, ну вот, ниже не получается. Ниже. Вот здесь идет, вот широчайшая прям, пониже не получается. По подтягиваниям, как упражнение. Мне оно очень нравится. Нравится, бывает, я его сдваиваю. С чем? Если на соревнованиях, то в соревнованиях, когда готовлюсь, я подтягиваюсь и за голову сразу тяну. Блоком добиваю сразу. То есть я... А у меня, знаете, как было одно время? А, я на блоке разогревался. И потом на подтягивание шел. Вот так вариант. Там, то есть у меня такая была работа по повторению, там 15-20, небольшой вес, с минуткой отдыха, и потом идешь, подтягиваешься. В нижнее положение плечи натяни вверх. В нижнем вверх натяни и поднимайся. В нижнем подтяни. О! В нижнем подтяни. Вот лучше. В нижнем подтяни. О! Семен, опа, иди. Нижний. Вот здесь? Да. Вот. И сразу вот включаться начинаю. Первые 5 лет тяжело, потом привыкать. Хорошо, пойдем дальше. Так, ну по плану у нас то, что мы изначально обсуждали, блок был вторым. Но предлагаю подтягивание сделать. Почему? Потому что упражнение отличное для спины. Но подтягивание рознь, правильно? То есть сейчас я покажу варианты, да, допустим, как я подтягиваюсь. И мы уже будем говорить. Так большинство ребят подтягивается, как я. Но эта история, опять же, не то, что нам на сегодняшний день. Может быть, все будет. Подожди, может быть, все нормально. Ты раньше времени. Я сейчас не буду, вот как там, допустим, у меня ребята, да, кто-то тренируется по питанию, да, им говоришь, скидывай в течение недели, вот как ты питаешься. Он мне начинает скидывать, и человек начинает уже угодить мне. Да. Я показываю вот. Все свое. Да, свое, как я выполняю. Все, хорош. С точки зрения функционала, сдачи экзамена на уроке физкультуры, с точки зрения выпендриться, сколько ты раз подтягиваешься, классно, потому что у тебя задействовано все, руки, плечи, все, что можно, вообще полностью. Да, но если мы хотим взять спину, то мы должны приветствоваться только вот этим движением. То есть руки будут в самом последний момент. То есть движение должно быть. Максимально. Если мы, ну, здесь будем подтягиваться, давай подбородок в одну плоскость. Вот здесь. Как будто бы у тебя сейчас вот две стены, угу. И ты вот должен максимум такой не подтягивать. Ты не должен уходить сюда, вровень. И подтягиваешься максимально, заводишь как бы плечо вверх, плечо вот сюда, да? Сюда, плечо вверх, плечо сюда. И не торопись, медленно. Позитив, негатив. В одной плоскости. Красиво. Носом, может, вплоть до носа. Аккуратно кончиком касаешься, даже чтобы вот именно коснуться, не удариться, а именно коснуться. Не-не-не-не, нос вот снизу. Нет, не оттуда, нос вот здесь. Нос вот здесь. Вот так. Руки до конца не убираю. Вот, здорово. Вот. Вот так. Нет, назад не уходи. Нет, вот так. Пока не понял. Руками тащишь. Да, возможно. А теперь старайся соединить лопатки. Сюда, да? То есть я делаю движение чувством. Я понимаю. Я почему я сейчас...
А и говорю сегодня, правду. То есть... Сегодня, получается, ты бодаешься, тебе это непривычно, ты пытаешься луги поднять. Нет. Ты сегодня найди момент поражать спину. Ага. За счет того, что широкий хват, тебе не удастся ее вовнутрь свести. У тебя рука пойдет вниз. Ага. То есть в следующий раз я тебе просто руку положу сюда и даже поднадавлю. А ты должен с усилия ее напрячь. И как будто, а как будто за голову потянешься. Во. Как будто за голову. Во. Во. И руки до конца не выпрямляй. Не выпрямляй руки до конца. Иди смирно. Локти вон вперед. Локти вперед. Во. Блин, вот. Так мне так не подтянуться на. Локти вперед. Вот, 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 вот. Видишь? Но вот, на самом деле сейчас, когда как за голову попробовал, уже чуть-чуть, да. Соответственно, ну, движение немножко. Почему так ты потерял? Очень сильно. Очень сильная связка здесь. Связка здесь. И тебе достаточно вот твое тело потянуть связками. А когда речь о тебе заставляю связки так в мышечную структуру, когда вот здесь вроде как там надо мышцами делать, оно получается. Дэн, а мы что-то не умеем так. То есть это мимолетный такой отказ, который просто надо преодолеть. Дэн, может тебе в армии, если у тебя такие связки? Знаешь, ну вот, опять же, есть вещи, к чему лежит душа, есть к чему не лежит душа. Да, если сейчас отталкиваться, если бы я двигался тем путем там делать то, что где движуха, да, хайп, да, какой-то. Да, я бы, наверное, бы сейчас этим делал. Ну, а я же все-таки, я уже как не раз говорил, я делаю то, что мне нравится, в первую очередь, от чего я получаю удовольствие. О! О, не торопись. Включай, включай, включай сильнее. Лопатки, лопатки своди. Своди лопатки. Не торопись вниз, вниз, медленно. Вот, есть. О! Вот сейчас хорошо. Вот, здорово. Вот так. А, вот так. Вот, вот первый, когда, опа, когда прям, да, хорошо работали. Да, прям, да, вот, да, то, вот что они уже... прям чик, да. Чик, чик. Даже не под, ну, в моем понимании, не подтягивание, вот это движение вот здесь, но оно точно прям куда, куда нужно. Руки до конца не упрямляются, локти волны. О, и плечами. Не, не торопись, не торопись. Да, давай меньше вес поставим. Ага, не, вообще я тут руками у меня получается. Да. После ты их не на прямых руках сразу взял, а просто зафиксировал. И первое движение только плечами дотянул. Ага. Вот, а руки не сгибаются. Руки начнут сгибаться тогда, когда ты понимаешь, что ты плечами сколько мог дотянул. И потом надо еще сильно досократить. Тогда руками сгибаешься за счет того, что не вот такое сделать движение, а еще сильнее. Да, туда его. Чем медленнее будешь делать, тем сильнее сможешь сконцентрировать. Вот, лучше. Вверху, видишь, расслабляйся, давай не выводи. Локти вовнутрь. Кисти, схват сверху. Кисти сверху завернись. Сильнее. Сильнее. Ну, слушай, а, понял. Не понял. Так? Да, вот, да. Так вот, держи. Ага. Вот так вот держи. Попробуй. Оно тоже может дать импульс немножко. Твои локти вовнутрь. Во! Лучше? Да. Сейчас. Сильнее плечами. Сильнее плечами. И вниз туда. О! Дотягивай. Не торопись, медленно. Еще раз. О! Вверх бросай. В какой-то момент где-то такой ловлю отголосок, бля. Ну-ка я сейчас следующий сделаю еще меньше. Вес и попробую прям сконцентрироваться просто. Ты быстро, зачем даже что быстро, ты не успеваешь. Поэтому ты говоришь, мимолетно, почему? Быстро, да, вот делаешь. В какой-то момент у меня оп, вроде где-то что-то нащупало. Все очень плохо. У тебя скорость на силовой выносливость развита гораздо больше. Между чем то, чем я говорю. То есть у тебя движение же в футболе быстро. Поэтому тебе лучше движение сделать, да. Нежели чем мышцы почувствовать. Угу. Просто там я, если я скорость не использую, вот я взрыв, все, пока. Я там уже ничего не вывезу. А в моем случае, понимаешь, да, то есть мне, чтобы сейчас сделать скорость, мне нужно, представляешь, как над связками работать, чтобы их не рвануть. Но в твоем случае, Леша, тебе, наверное, менее травмоопасно перейти, грубо говоря, на медленное движение, чем мне на быстрое. Да, 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 конечно. Знаешь? Какая
какая вообще, от чего самый больший кайф получаешь вот от тренировки, когда вот тренируешь? Ну, есть же все равно у каждого любимое что-то вот отдушина, скажем так. Руки? Руки, бицепс. Слушай, ну нет, а раньше по молодости очень тяжело было, говоря, спину. Тяжело было? Тяжело, и ноги. Сегодня нет такого. Бывает порой даже плечи тяжелее даются, чем спина или ноги. А если вот, допустим, проецируем такую ситуацию? Просто, да, период какой-то, когда вот тренировки, нету системы, да, так, ну так получилось. Вот выбрался в зал, там получил время, выкроил. Вот что будешь тренировать? Знаешь, я, наверное, отталкиваюсь от того, что я давно не тренировал. То есть, что я последний тренировал, точно не буду тренировать это же. Я буду тренировать то, что я давно не тренировал. Ну, может быть, единственное, что если надо ноги, на ноги просто больше ресурсов, если, например, я не готов, не ноги, потому что кровоток большой, энергии больше, а просто чего-то нет, могу просто в тонус их поделать, но не более. Ну, такого нету, да, вот просто пришел, пожму лежа, кайфаново чисто там или там на бицуху подниму. Могу сделать круговую, если давно не тренировался, я сделал круговую. Вот я тоже так же делаю. Не упрямляй руки. Во. И дотягивай вниз. Вот так раскачай и вниз. Вот, еще сильнее ниже. Дотягивай. Прожимай плечами, дотягивай. Не руками, а плечами надо. Нельзя сгибать руки, а вниз дотянуть надо. Плечами. Во. Еще. Сильнее. Теперь медленнее. Еще медленно. Еще медленнее. Вот. Здорово. Надо в какой-то момент себе переворот поделать медленно, прочувствовать, а потом разгоняйся. То есть я же тоже быстро могу делать. То есть я почувствовал движение, да, вот там медленно, вот прожал. А потом быстро могу. Фу. Важно только в момент перехода с негативной в позитивный, с позитивной на негативную не было рывка. Вот здесь важно поддержать, чтобы плавно был переходы. Чтобы на связке не ушло. Если на связке уйдет, потом сложные мышцы опять, они будут догонять, всегда догонять. Мы сейчас по поводу мышц. Что, дальше двигаем? Давай дальше. Плечи вверх. Во. И сгибай руки. И сгибай вот сюда. Вот сюда. Плечами сгибай. Медленнее. Вот так. Не быстрее. Ни в коем случае быстрее. Вот. Еще сильнее плечами вверх. Вот так. Движение вот этого не должно быть. Да, я понял. У тебя как гантели бывают, ты ее можешь. Или я вот понял. Отсюда его тянешь вверх. Или вот отсюда сразу изначально взял, и здесь тогда тянешь вверх. Но не должно быть отсюда, вот туда. Инерция. Потому что она вообще можно не напрягать. Все, я понял. Ну, я же не шеты. Смотри. Мне же надо это. А вообще как маленький, может, спину даже не напрягает. Плечом дотянул, чуть-чуть рукой. Досократил. Еще поднял, чуть досократил. Подбородок здесь держи, голова не встает. Ну вот вопрос такой. Какой есть шанс увидеть вас в кросс-тронге с Денисом на его тренировке? Потягать какие-нибудь бревна? Мне нужно, чтобы мне это стало интересно. Даже делаю все то, что ему интересно. Мне сегодня интересно проехать гонку в автоспорте. Вот это мне сейчас интересно. Я думаю, как бы это сделать. Короче, шансов пока нет, ребят. Пока нет. Пока. Если мы набираем не 5, а 10 тысяч лайков. Тогда Александр ждет. 10 тысяч, почему 10? Ну, потому что наши видосы в среднем, я посмотрел, набирают там 4-500 лайков, вот так вот. Но надо же, чтобы так жиганули ребята. Тогда чего-нибудь мы, да? Так, легенько. Что там, да? Бревнышко. Начинается. Так. Ты хорош меня разводить? Давай, гантель побольше возьмем. Ребят, 10 тысяч лайков. Все в ваших руках. Вот другое дело. Ну, получше уже больше. Больше. Площадь больше, но еще чувствую не идеал. Вот этой середины еще нет. Да, ну тебе, во-первых, ты борешься с тем, что, блин, почему так медленно? Я прям видно же. Сука, что так медленно? Ну, еще медленнее. Куда медленнее? Блин, я и так медленно делал. Есть. У тебя вот этот противоречие, блин, тащит. Да. Ну это специфика наработки. Еще раз говорю. Обычно я люблю с прямой. Блин. Да, и попробуй, если выдавливаю, видишь, как разница? Чувствуешь разницу?
И медленно еще. И медленно. Еще медленно. Медленно. Вот. Еще медленно. Хотя вес, видишь, а сразу тяжелее становится. Видишь, я вообще держу на подушках. Кисти. Локоть не уходит, смотри, я не выдавливаю туда. Да. Так, руки качну, наверное, и все, и остановлюсь тоже. Больше не буду ходить в качалку. Да, что думаешь? Как? Ну, такие. А? Или нет? Или чуть-чуть еще можно? Ну, да? Чуть-чуть можно. Может, 30 немножечко? Олеж, ну-ка встань-ка рядышком, а? Ничего. Во. Слушай, ну, Олег, туловище у тебя практически одинаково. Так я бы сказал, голова почти одинаковая. Ну да, голова. И не сутулься. Грудь выпрями, локти к себе прижми, перпендикулярно в зеркало. Зеркало они должны быть. Назад локти. Локти назад. Вот. Вот тут? Да. Вверх растягивай максимально. Вверх. Растягивай. Вот так. Переход к плавно. Вот, здорово. Половинки. Хорош. Вверх максимально. Вверх максимально. Дефлайн. Вот. Ещё. Целый пах только не выбрасывай. Пах. Вот. Вот. Ещё. Четыре раза. Раз. Такого парня легкую love story подснял. Нормально? Ой. Ой. Выключи свет. Ну так, Денисов пляжники, за сколько мы сможем? Денисов пляжники? Он уже пляжник. Нет, пляжный футбол, пляжный бодибилдинг, у него все пляжное. Пляжный волейбол, блядь. Пляжный строгмен, слышь, вообще все пляжное. Не выдавливай, локти, видишь, при этом такой? Кончик локтей должен быть на одном уровне. Вот, зеркало, смотри. Локти должен быть лопать. Mm-hmm. Низ я помогаю, вверх, вниз. Работай, еще. Еще. Еще, работаем. Бля. Два раза еще. Раз, еще раз. Бля, еще вообще подсох, да? По сравнению с прошлого раза. Вот у меня тренировка, да, там была крайняя, у меня прогрессия такая была линейная с подтягиванием. Я делал с двадцаткой, 20 по подтягиванию, у меня 7 хватов разных. Первый я за голову начинаю, 20 повторений с двадцаткой, 20 повторений подтягивания. Потом сразу у меня брусья идут. 15 повторений и плюс 2 повторения каждый подход. И, допустим, вот я вот так вот иду, дальше у меня там были кольца, 150 повторений надо сделать, каждая разбивка, если я слаженно начинаю эти горизонтальные подтягивания делать. Вот, и в конце там у меня отжимания, это я называю часть спины. Дальше у меня там плечи, там если плечи я там соединяю, да, это первое движение, могу там 10 повторений, да, тут делаю. Как правило, лесенками работаю. Потом сразу же у меня идет, там разбиваю вот там канатами вот здесь вот там. Либо такое тоже, опять же, там канат с весом работаю. То есть у меня всегда я в паре делаю. То есть, чтобы сустав в одну и в другую сторону работал. Тоже там отжимания от паралетцев там в глубину беру. Это у меня, как правило, это всегда у меня первые движения идут. Вторым там у меня идет жимы. Там, ну, либо армейский, там, либо опять там с параллельными ручками, что там. Ну и в конце, как правило, такая у меня там, забиваешь, делаю вот такого плана, там, бицепс, ну, как правило, там, что-то изобретаю. То есть, опять же, чтобы там и рука чуть-чуть, и в предплечье поработала, чтобы там не так, как мы делали, да, там, все изолировать, а вот
чем больше мышц будет. Это, скажем, такая у меня тренировочная программа, когда у меня нету ни к чему каких-то специализаций, да, там, и, конечно, если я там к самолету готовился, я это все убираю, соответственно, и уже больше именно под мышцы готовлю, которые там в работе. А вот когда я просто кайфую, вот сейчас у меня такой период, я отдыхаю, у меня в основном вот такая программа. Ну, ноги там классика в основном, то есть тренирую там прессе, там более классично, нет вот извращений, скажем так. Вопрос в чем? Ну, с точки зрения вообще неправильно, да, накачка, наверное, неправильно. А ты сейчас сам начинаешь отвечать за свой вопрос, видишь? Не, а я-то знаю ответ. Я-то хочу... Давай мы тогда развернем историю и возвращаемся немножко к тому, когда ты пришел на первую тренировку, нашу совместную еще в тот же, да? То есть надо четко понимать, когда тот или иной человек приходит в спортзал, нужно понимать, какая цель, какая конкретно задача стоит под тренировочным процессом. Угу. Учитывая то, что ты участвуешь во всех вот таких мероприятиях силовых, да, то работать тупо изолированно на мышцы, так как я привык тренировать и тренируюсь сам, да. То есть, ну, с другой стороны, тренируюсь в разном стиле вопрос, но мне ближе к мышечной структуре, да, если, например, развивать силу, наверное, я к тебе сам приду, потому что здесь у тебя в комплексе работает больше связочный аппарат, да, а мышцы уже являются вспомогательными, то есть изначально ты делаешь на связках, а мышцы идут как дополнительным форсажем. В моем случае, наоборот, я стараюсь связки отключить, ну, то есть связки, они выполняют только функцию, только прикрепления, да, но все остальное идет через изоляцию, то есть мы стараемся напрячь целевую группу мышц и делать движение в таком ракурсе. Вот, понимаешь? А в твоем случае, если говорить про накачку, общую физику, общую жесткость, общую плотность, конечно, человек приобретет. Ну, то есть ты выглядишь достаточно прилично, да? Но сказать, что у тебя там очень массивные какие-то объемы на фоне кого-то, этого нет. Именно поэтому. Потому что тренировочный процесс разбит не на визуал восприятия, да, а именно на внутреннюю составляющую силы. Именно поэтому здесь нужно четко понимать, что есть. Обрати внимание, что сегодня, если берем бойцов, например, я, конечно, не спец, если ребята, может, меня поправят, но мне кажется так, что многие же говорят, зачем намного мышц, то есть это пропадает скорость. Да? Но давай сделаем так, это в пользу бедных, потому что у Майкла Тайсона скорость была бешеная и бешеные мышцы. Я тоже так считаю, потому что я сейчас объясню, подожди, я немножко перебью. Здесь очень важно, насколько мы умеем чувствовать и включать последовательность, то есть в доли секундах, первый рывковый, и потом, когда вспомогаешь. То есть обрати внимание, техника твоего, например, быстрого подъема, она четко, почему ты поднимаешь другие не могут, что они гораздо слабее, просто у тебя есть чуйка, с чего начинать, чем помочь, на чем удержать и чем закончить. И это необъяснимые процессы, то есть в этом твоя уникальность. То есть как надо взять, какой хват, то есть ты сразу интуитивно понимаешь, вот так я это сделал, вот так сделал. Даже если ты мне сейчас будешь объяснять, не факт то, что, учитывая, что силы-то вроде, я там парень тоже не слабый, но я не смогу сделать такие вещи, которые делаешь ты. Ну, например, тот же самый с канатом, когда ты без рук там с гирями. Да я реально, я так не сделаю. Это наработанная история связочного аппарата, резкости и всего остального. Это все нарабатывается. Поэтому каждый тренировочный процесс сопровождается следствием той цели, которую ты преследуешь. Поэтому, понимаешь, когда мы с тобой вместе, у нас сегодня совместная тренировка, нам нужно сегодня определиться, о чем будем тренировать. Потому что ребята, когда посмотрят, у них будет вопрос, что они делают. То есть я буду качать мышцы, а ты в данной ситуации вроде тебя. То есть надо четко всегда давать акцент. Нет. Что мы преследуем? Если мы тренируем спину, как ты, например, показываешь мне, здесь у меня упражнение на плечи. Да. Там ничего для плеч не было. Что мы делаем и для чего я делаю? Да, мы в первую очередь эти видео очень. Я скажу так, отзывы о них вообще максимально положительные. Я там был сейчас в Тюмени на фестивале, Тюмень сильная. Люди подходят в гостинице, там на фестивале, говорят, а что с Александром Федором такие короткие видео? А мы вообще там минимум монтажа и просто. Говорит, бля, кайф просто дикий, можешь больше снимать, типа вообще очень круто нам заходит. Ну, то есть людям это нравится. И, соответственно, это для людей и видение Александра Федорова. То есть через себя, да, ну, сегодня мы совместную делаем, да, там. Ну, я где-то... поэтому говорю, мы предварительно говорим, что тренировка, конечно, у нас будет, это, опять же, мы же завтра, ты завтра никуда не готовишься. Да, да, мы да, не да. к соревнованиям. Да, да, поэтому да, у нас да. больше такое, мы будем делать какие-то моменты. И, конечно же, если я веду тренировку, тут надо понимать, сегодня я веду тренировку, значит, мы немножко будем придерживаться моих комментариев. Конечно, если бы мы конечно. Если бы мы, например, сегодня сказали, Денчик, а давай, вот я хочу бревно потягать, да, и вот давай втягивающую тренировку и сделай, как бы, тогда будешь ты ее вести, и мне нужно будет подстраиваться и смотреть.
смотри, где что как сделать, потому что там технический процесс силу будем подключать уже во втором. Поэтому сегодня что, тренируем спину, тренируем трицепс. Ну и все-таки будем, наверное, придерживаться более такой техничной стороне для того, чтобы развить именно мышечную мускулатуру. Ну что, родные мои, вот на этом мы и заканчиваем. Я думаю, вам было интересно, полезно. Александр, маэстро. Как всегда, было заключительное приятно слово. Было потренировать с тобой, пообщаться. Увидимся мы редко, но нет. Друзья, тренируйтесь, полагайтесь на свои чувства. И не всегда логика может соответствовать тому, что по факту будет эффективно для вас. Поэтому я настаиваю, но не буду настаивать, мое личное мнение, что через чувства можно добиться гораздо больших результатов, и не только в тренировочном процессе. Не забываем 10 тысяч лайков. И... поднимаем. Все, всем пока.